Но самое забавное, что россияне в своем большинстве этого не узнают. Ведь смотрят и верят только в то, что показывают на российском ТВ. А там Россия всех побеждает. Путина уважают во всем мире. Да и экономика растет. Жить в неведении всегда приятней. Вот как эти люди. Конечно. Смотрим новости обязательно. Как в других странах, как отношение к Российской Федерации. Мужчина, вы, вероятно, это не увидите, но отношение к России в мире на уровне... Боже, ну что тебе стоит убрать с мировой карты каких-то 140 миллионов жителей? Но россияне верят, что их уважают, ведь царь не обманет. Есть политики, ну, в стране, которым доверяете? Ну, конечно же, президент. Это бесспорно. Ну вот у власти Путин, вроде бы что-то делается, вроде бы мы как-то выживаем, вроде бы, по крайней мере, он уважаемая в мире личность, и за счет этого, наверное, и страна наша как бы не на дне вот этой мировой политики. Конечно, вы не на дне, вы давно его уже пробили. Даже Марианская впадина уже не такая глубокая, как ваш позор. Но еще мне нравится вот эта вот ремарка, вроде бы выживаем. Я лично не хотела бы выживать, я люблю жить. Россияне, знаете такое слово? Жить.